Привет, друзья! Приветствую вас на канале Santey Gameplay. С вами Santey, и наконец-то вышла полная версия игры «Привет, сосед». Сегодня мы в нее зарубимся. Я покажу вам, как быстренько ее пройти, точное ее прохождение. Сейчас будет небольшая заставочка про Чикатилу соседа, который тайно держит кого-то у себя в подвале. И кто же в этом подвале, мы будем выяснять. Видите, он кого-то душит. Стопудовый Чикатило, очков только не хватает. Кого-то он закрыл в подвале. Наша основная задача — найти вот этот ключик. Значит, первое, что нам нужно сделать, это попасть вот на эту крышу. Попасть на нее можно по вот этим вот ступенечкам, но они находятся довольно-таки низковато. Надо туда подставить пару картонных ящиков. Ходить я вам посоветую на подкрадухах, потому что он быстро все палит. Потом будете дольше стоять ждать, пока он уйдет в дом. Сосед, я имею в виду, Чикатило этот. Поэтому передвигаться нужно аккуратно. Пошел обходить свои владения. Первый ящик стоит. Ставим второй ящик. Теперь нам нужно разбить окно на втором этаже. Так, давай, сваливай. Вроде бы свалил. Теперь берем, допустим, вот эту крышку. И шмаляем ей в окно. Не попал. Есть. Залазим по ступенечкам наверх. Перепрыгиваем на эту сторону, теперь на эту, и пролазим сюда. Здесь за картиной находится потайная дверь. Кстати, вот эти вот кнопочки, рычажки, они нам не пригодятся, они нам не нужны. Это чтобы попасть туда, куда нам надо. Через другие двери, то все фигня. Пойдем вот так вот. Откроем сразу эту дверь. Здесь висит ключ от автомобиля. Давайте его возьмем. И валим к машине. Открываем багажник. И берем из багажника магнит.
Теперь нам нужно подобраться вот к этому окошку. Ставим сюда несколько картонных ящиков. Достаем магнит. Залазим на самый верх. И аккуратненько притягиваем монтировку и отмычку. Гаечный ключ притянуть не получится, нам надо попасть туда, чтобы его взять. Монтировка. Этот ключ можно выкинуть. Отмычка. Направляемся в дом. И сегодня растует редичная, зыбоблачная дося по грабзонам, денеля в шаном рожде. Польский язык, я так думаю. Рапоши воносте, я тыши сатиля, пельная водочина, досня, почетнание, нойвы за заносилим. Рот болитки. Открываем вот эту дверь. Берем гаечный ключ. Затишье шайных донеж идеально. Рокоты же плевали форк за йозу дано и вот юны. Чедная, мать мили. Рот завтрак шаны, рак ждами, рака трое в жителые тяну мышам лилисты, мочок метерным, жундающим и эльси билиным, местным шуан восемь тейн. Откручиваем вот эту вот гайку и залазим на крышу. Сразу уберем стулку. Что тут у нас? Вот этот ключик нам уже не нужен. Можно его выкинуть. И вот здесь вот на столике берем нужный нам ключ. Залазим на перила и открываем тайный проход. Открываем нужный нам замок и спускаемся в подвал. Вот мы и попали в тайное убежище маньяка Чикатилы. Значит, смотрите, вот за этой стиральной машинкой находится потайная дверь. Вот эти вот окна, это муляжи. Берем мячик и шмаляем мячом в одно из окон. Теперь нам нужно пооткрывать все запертые двери, они подпертые стулками. Это очень важно, пооткрывать все двери. Еще нам нужно найти фонарик. Значит, та дверь закрыта, сейчас мы ее откроем. Видите, стулка. Убираем ее. Еще одна стулка. И с этой стороны стулка. Вот он находится, фонарик, возле вот этой решетки и вот этой статуи. Но туда пока мест лучше не идти. Нужно все еще раз внимательно просмотреть и поубирать везде стулья. Вот он,
Смотрите, не нажмите правую кнопку мыши и не выкиньте по запарке фонарик. Иначе придется начинать все заново. Так, тут дверь открыта. Тут дверь открыта. И тут дверь открыта. Все, теперь возвращаемся к той решетке и открываем ее. Убираем стул. И здесь ломаем стену. Замок закрыт. Теперь нам нужно отключить электричество. Когда мы выключили рубильник, решетки позакрывались. Так, кстати, теперь мы можем включить свет. Пойдем сюда. Теперь сюда. Теперь сюда. Эй, я Миродаги, Бардо жалаповать на мой накал. И сюда. Все, дверь открыта. Пробираемся дальше. Стоять. Валим. Валим, валим. Валим. Валим, валим. Стоять! Стоять! Не подходи! Акт номер два. Попали мы в темницу маньяка Чикатилы. Ладно, друзья, будем на этом закругляться, увидимся в следующей серии. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайкосы, пишите комменты. Всем до свидания.